Значит, вот этот вот понтон, с которого можно попрыгать тут, посмотреть рыбок в отеле Аврора Ориентал Резорт. Вот тут такая специальная площадка. Море, как сами видите, прозрачное. Такое море возможно увидеть только в Египте. Ни в какой другой стране такого красивого моря не увидишь. Происходит плавание. Сегодня, кстати, сильный ветер очень. Такое первое утро в Египте, в Шарм-эль-Шейхе. Стою сейчас на балконе. Смотрю с своего балкона. Погода где-то плюс 30 уже. Он большой такой. Это второй бассейн, он находится ближе к морю, а в
Всего на территории отеля 3 бассейна таких. Территория отеля Aurora Oriental Resorts. Это такой у них типа сад. И вон там выход на море сейчас будет. Сейчас туда пойдем, посмотрим, что там. Вот так вот, кругом вот такие пальмочки. Кактусы, различные растения. Это уже подходим к пляжу, заходим в вот такую арку из деревьев. Вот там бар на пляже. Такие вот растения. Друзья, хотел сейчас рассказать, как осуществлялся перелет до Шарм-эль-Шейха от Пегас Туристик. Значит, мы летели из Казани, но я думаю, это актуально для всех городов, с которыми осуществляется перелет. Через Турцию. Сначала мы прилетели в Турцию. Там сказали, сначала выходят из самолета те, кто летят в Египет. Мы вышли, сели, значит, в автобус, и нас перевезли в другой терминал, со второго в первый. В первом терминале прошли досмотр, но он быстро там прошел. Потом тут же дали посадочные талоны, на котором был написан номер рейса и номер места. Вот часика два подождали, потом сели в другой самолет и прилетели в Шарм-эль-Шейх. В Шарм-эль-Шейхе уже встречала страна Пегас Туристик, просаживал по автобусам, ну и везла по отелям, все как обычно. В Шарм-эль-Шейхе в аэропорту предлагают оформить миграционную карточку за $5, одну штучку. Но мы предварительно, посмотрев в интернете, как все дело оформляется, оформили это сами, все и бесплатно. Вот таким образом мы с дочкой добирались до Шарм-эль-Шейха. Всем, кто пожелает, желаю удачи. Это такой бар с такой соломенной крышей. Здесь наливают любые напитки, спиртные, неспиртные, местного производства. Вот уже подошли к морю.